Подводя итоги минувшего года, в ходе январского заседания облсполкома глава области Константин Сумар не единожды подчеркнул: Брещина по многим показателям лидер в республике, но это повод не для ослабления работы и почивания на лаврах, а для ее усиления и активного наращивания темпов. Несмотря на общий положительный итог минувшего года, в 2014-м предстоит серьезно пересмотреть многие подходы в деятельности. Правительством Республики Беларусь уже доведены прогнозы, они реальны и выполнимы. Нужен грамотный и продуманный хозяйский подход к любому начинанию. И спрос и с руководителей предприятий, и с представителей местной власти будет строгим и не допускающим никаких послаблений. Первое, что необходимо нам делать, это в этом году максимально вести оценку нашей работы именно по экономическим показателям. То, о чем я говорил и все время призывал в течение этого года, и в какой-то степени что-то нам и удалось добиться, но все равно вот наши возможности, я еще раз хочу это подтвердить или подчеркнуть, несоразмерны с теми результатами, которые мы имеем. В наступившем 2014 году будет продолжена работа по модернизации и переоснащению производств, а также технологическому усовершенствованию во всех сферах народного хозяйства. Наращивание объемов производства будет сопряжено с реальными действиями по налаживанию путей сбыта готовой продукции, а привлечение прямых иностранных инвестиций должно стать заботой не только градообразующих предприятий. К слову, развитие частного предпринимательства также одно из важнейших направлений экономики края. Все это может быть реализовано только при условии активной и инициативной работы на местах, которая должна проводиться не из-под палки, а с реальным желанием добиться хороших результатов. Анастасия Стропко, Виктор Халявко, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.